Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Ксения Цурко, и мои коллеги. Сейчас главные темы выпуска. Оренбургской области исполнилось 82 года. В Оренбурге продолжает работу Центр помощи детям с расстройством аутического спектра. Правительство приостановило выплаты спортсменам за высокие достижения. Об этом и многом другом далее в выпуске. В Оренбургской области орудуют мошенники. Неизвестные люди под видом сотрудников Роспотребнадзора обратились к хозяйствующим субъектам с просьбой оказать материальную помощь для покупки медикаментов в связи с ухудшением ситуации по туберкулезу. Однако ведомство такой деятельности не занимается. Роспотребнадзор по Оренбургской области просит сообщать о подобных инцидентах по телефонам, которые сейчас на экране. Российское здравоохранение встало в один ряд с нигерийским, и в этом году количество россиян, попросивших политического убежища в США, самое большое за последние 20 лет. Подробнее об этом в обзоре мировых новостей. Здравствуйте, в студии Алексей Бычаев, и это «Мировые новости». Российская модель здравоохранения сравнялась с нигерийской, сообщает РБК. Медицина нашей страны ориентируется не на результат лечения граждан, а на количество оказанных медицинских услуг. К такому выводу пришли эксперты международной аналитической компании The Economist Intelligence Unit в своем исследовании систем здравоохранения. Для изучения были выбраны 17 параметров, например, доступность медпомощи для всех слоев населения, общая политика государства в медицинской сфере, система клинических рекомендаций, на основе которой врачи выбирают подходящее лечение, и обучение медперсонала. Россия получила высокий балл только за охват населения медпомощью. Государственное страхование в России не покрывает все виды медицинских услуг, не обеспечивает население всеми необходимыми лекарствами, а качество лечения в некоторых случаях оставляет желать лучшего, указано в докладе. Оплата медуслуг в стране никак не зависит от результатов терапии, а власти не анализируют, как тратить деньги на медицину. Минздрав же, в свою очередь, утверждает, что траты на медицину только растут. Поликлиники и больницы получают оплату за оказанные медицинские услуги, поэтому приписывают гражданам посещения и процедуры, которых те не совершали и не получали, утверждают эксперты. В связи с этим критериев оценки здравоохранения должно быть три – смертность, заболеваемость и удовлетворенность пациента. Однако качество медицины зависит не только от критериев оценки, ведь мы все понимаем, что за копейки никакой врач работать не должен. Это было учтено и в майских указах президента. Зарплата врача должна расти, причем точно установленными темпами – на 10,5% до 2019 года. Недавно правительство отчиталось, что средняя зарплата врачей по стране составляет 48 тысяч рублей в месяц. Однако все это в очередной раз напоминает старый анекдот про среднюю температуру по больнице, потому что опрос более 5000 медиков из 84 регионов, проведенный в апреле этого года Фондом здоровья, показал, что большинство врачей зарабатывают до 20 тысяч рублей в месяц. Отсюда и место в рейтинге, рядом с нигерийскими коллегами. В 2016 году россияне подали рекордное количество заявок на получение убежища в США за 20 лет, сообщает издание «Настоящее время». Официальную статистику по этой теме они получили от Министерства внутренней безопасности США. В этом году зафиксирован самый высокий показатель поданных россиянами заявок на получение политического убежища с 1994 года. Американское правительство получило 1912 таких прошений. Это на 31% больше, чем в прошлом году. Причем рост продолжается уже 4 года. В данных не указаны основания для политического убежища, однако работающие с ними иммиграционные адвокаты связывают резкий рост числа заявок в первую очередь с тем, что из России бегут представители двух категорий. Во-первых, это бегство представителей ЛГБТ-сообщества. С этим, в общем-то, все и так понятно. Был принят ряд дискриминирующих законов. Да и применение насилия имеет место быть. Но вторая категория не такая очевидная. Это предприниматели. Бизнес в России получает вести не у всех. Нью-йоркский иммиграционный адвокат Елена Шевцова сообщила изданию, что среди ее клиентов, обратившихся за политическим убежищем в США, есть предприниматели, которых в России преследовали коррумпированные чиновники. Вот так и получается. Из России уезжают в основном геи и бизнесмены. А вы говорите «грин-карта». И это были мировые новости.
Оренбургской области исполнилось 82 года. Ее границы были установлены 7 декабря 1934 года. О том, почему приняли решение выделить нашу область из Средневолжского края, узнавала Екатерина Роженко. Оренбургская область богата своей историей и природными ресурсами. Ее площадь составляет почти 124 тысячи квадратных километров и население более 2 миллионов человек. И со дня образования нашей области прошло 82 года. Ну, день рождения нашей области 7 декабря 1934 года. Именно в этот день было подписано постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о разделении Средневолжского края. В состав области вошли 19 районов Средневолжского края, большие территории Казахстана и Башкирии, а также разделили область на 54 мелких района. До 1934 года Оренбургская губерния была немного других размеров. Территория нашей Оренбургской губернии была в 12 раз больше, чем территория современной области. Входила в нее часть Казахстана, Самарской, Челябинской и даже часть Пермской области. Оренбургскую область выделили из состава Средневолжского края для создания промышленных предприятий в годы первой пятилетки. Такая возможность повысила эффективность управления Оренбургом. Оренбургской области. Большое значение имело сельское хозяйство, и писали как раз о том, что область достаточно с хорошим черноземом. Создавалась основная все-таки часть районов, создавалась как сельские районы, там создавались машино-тракторные станции. 1938 по 1957 годы область называлась Чкаловской, а в 1996 году герб области был принят законодательным собранием с небольшим изменением. Если сравнивать его с современным гербом Оренбургской области, они почти одинаковые. На серебряном фоне лазоревая куница, символ пушных богатств Башкирии, который сходил в состав нашего края в то время. Такой же сейчас герб, только полумесяц, перевернут наверх, знак равноправия двух религий. А так как, когда основывался город, шла активная христианизация местного населения, и как главенствующей религией было православие. Оренбургская область – это сердце Евразии, в которой уживается 126 национальностей в мире и дружбе. Образование нашей области 82 года назад сделала Оренбургский край самостоятельным и одним из самых развитых в стране. Екатерина Роженко, Олег Николаев, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ. Смелые шаги особенных детей. В Оренбурге уже полгода работает центр помощи детям с расстройством аутического спектра. Несколько месяцев назад ребята, страдающие аутизмом, перешли на новый этап. Подробности в материале Карины Тумасовой. 16 минус сколько? Что это за цифры? На первый взгляд, это обычный класс в простой среднеобразовательной школе. Только за партой с каждым учеником почему-то сидит взрослый. На самом деле, здесь учатся дети с расстройством аутического спектра. Взрослый по соседству – волонтер, помогающий в занятиях. В апреле этого года в Оренбурге был открыт центр «Смелые шаги». Таких в нашей стране всего три. Там с детьми работают преимущественно врачи. А главным критерием социальной адаптации для любого ребенка является именно обучение. У нас возникла потребность заключить договоры, наладить межведомственное взаимодействие с региональным министерством образования. Вылилось это все в работу с педагогическим колледжем города Оренбурга. Особые дети пошли учиться, как и положено, в сентябре. В расписании те же предметы – русский язык, математика, рисование. Конечно, программа адаптирована под особенности этих ребят. Но Александра Сметанина говорит, с сентября они добились значительных успехов. Результат, конечно, значительные. То есть дети научились читать, вычитать. Многие читать уже могут. Некоторые пришли в первый класс уже умеющими читать. Некоторые сейчас только начинают читать, потому что уровень у каждого свой, освоение материала. Во многом успехи ребят зависят от волонтеров, которые помогают им справляться с учебой. Марина Пелюгина общий язык со своим подопечным нашла почти сразу. И уверена, Вадим сможет добиться больших успехов. Главное – немножко ему помочь. Он очень способный мальчик, очень талантливый. У него большое внимание, большие возможности есть. Их нужно просто правильно развивать. Но тоже любит похулиганить, ну, как и все дети. На занятиях не только сидят за партами. Они танцуют, занимаются в кабинете релаксации, общаются с психологом. Сегодня здесь обучаются более 50 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Карина Тумасова, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ. Правительство приостановило выплаты спортсменам за высокие достижения. Премии назначали за высокие результаты на российских и международных первенствах, олимпийских и паралимпийских играх.
Размер премии составлял от нескольких тысяч до миллиона рублей. Выплаты приостановлены на 2017 год. Размер выплат варьируется в зависимости от статуса соревнований, вида спорта и завоеванного места. В день рождения Оренбургской области лучших представителей юного поколения наградили званием «Золотая молодежь Оренбуржья». Какой вклад в развитие региона планируют внести эти ребята и за какие заслуги можно было получить эту награду, расскажет Наталья Богданова. Получается, Даниле Равильевичу Максудову. Данила Максудова удостоили званием «Золотая молодежь Оренбуржья» за спасение людей из снежного плена на трассе Оренбург-Орск. В ходе операции он раздал собственную одежду замерзающим людям, сам при этом обморозил руку. Сегодня Данила Максудова награждали в номинации «Поступок года». Всего в этом году почетного звания удостоены 100 оренбуржцев в 6 номинациях: «Поступок года», «Лучшие в профессии», «Молодые инноваторы», «Творческая молодежь», «Молодые спортсмены» и, как обычно, самая многочисленная номинация – «Молодые лидеры». Нужно держать очень бешеный ритм, но это должно нравиться. На самом деле, это та деятельность, которая приносит удовольствие и помогает развиваться как личности. Святой целью своей жизни я считаю развитие в Оренбургской области большой потенциальной молодежной организации, в которую входила бы вся молодежь нашего большого края. Это моя жизнь. Я не могу сказать, что это работа, потому что вы все знаете отлично, сколько оплачивается, как оплачивается работа педагогов, особенно молодых педагогов. В тяжелые времена, особенно для многих национальной страны, как Россия, все-таки я считаю, что основное – это традиционные ценности. Поэтому детей, в первую очередь, это, конечно, история, преподаем России, казачество. На самом деле, это я считаю большим достижением к тому, что я стремилась, и этим очень сильно горжусь. Организатор работы с молодежью считаю своим призванием. Общественная работа – это любовь к людям, к родине. Стремлением будет идти выше и выше и достигать еще новые награды на благо нашего края и области. В этом году памятным нагрудным знаком «Золотая молодежь Оренбуржья» награждены 12 школьников. Это самые талантливые и способные ребята, большая часть из которых награждены в номинации «Творческая молодежь». Главные заслуги, за которые я представлена в номинации в этой, это моя победа в олимпиадах по сольфеджио. Главное, то, что мне помогает, это скорее талант. Очень горжусь собой. Это то, к чему я шла вот все годы обучения в музыкальной школе. Впервые в городе такой ученик школы является обладателем такой высокой почетной награды. Я победитель международного турнира в честь олимпийского чемпиона Джамала Турсултан, занял первое место. Вольная борьба. Второй, третий раз подтверждаю, мастер спорта. Сейчас будем стремиться выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы. Магистерская диссертация связана с банкротством сельскохозяйственных организаций. Будет способствовать сокращению количества обанкротившихся сельскохозяйственных организаций. Ну, надеюсь, что меня услышат и в дальнейшем внесут изменения в действующее законодательство. Обладатели почетного знака «Золотая молодежь Оренбуржья» определены по результатам серьезного конкурсного отбора, проводимого экспертной комиссией. Помимо внушительных достижений в той или иной области, нужно обладать рекомендацией от наставников или работодателей. По итогам конкурса формируется банк данных молодых людей, которые могут претендовать на трудоустройство в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в организации и предприятия области. Наталья Богданова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. В Оренбургской области будут жить благородные олени. На закупку 8 особей потратят почти 1 миллион рублей. Животных выпустят на волю уже в следующем году. Министерством лесного и охотничьего хозяйства региона будут приобретены 3 самца и 5 самок. Это делается с целью увеличения количества альтернативных кабанам видов животных. Кабаны могут заболеть африканской чумой, и чтобы не допустить вспышки заболеваний, в область завозят альтернативных особей. Пока нет точных данных о том, в каком именно районе будут жить благородные олени. За неправильную тонировку в Орске оштрафовали 30 водителей. Сумма штрафа – 1000 рублей. А еще 31 водителя отправят за решетку. О дорожных новостях в нашей постоянной рубрике. На автодороге в сторону поселка Ленина произошло ДТП. По словам очевидцев, «Нексия» и «Пятерка» столкнулись, а людей зажало в машине.
«Опель» и «КамАЗ» столкнулись в Бузулукском районе. Автомобиль «Опель» не справился с управлением и врезался в бордюрное ограждение. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения. На перекрестке улицы 8 марта и Краснознаменной автобус врезался в калину. Из-за аварии образовалась пробка. В Кувандыке ВАЗ сбил мать с ребенком. Водитель наехал на 20-летнюю девушку с ребенком на руках. В результате ДТП пострадавшие получили телесные повреждения. На трассе Самара-Оренбург сильный ветер и метель. По словам очевидцев, машины буквально сносят. Будьте бдительны на дорогах. Герои любимых мультфильмов вновь на экране. «Союзмультфильм» снимет продолжение «Простоквашино» и «Карлсона». Об этом на Петербургском культурном форуме рассказал исполняющий обязанности директора студии Глеб Давыдов. По поводу «Карлсона» уже ведут переговоры со шведской стороной. А к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, «Союзмультфильм» собирается снять сериал «Крылья победы». Он улетел, но он обещал вернуться. А у меня на этом все. Напоминаю, что все наши новости вы можете посмотреть в социальных сетях и на сайте ProOren. С вами была Ксения Цурко. Далее по традиции прогноз погоды. Оставайтесь на ЮТВ. По сведениям портала meteoparaplan.net, 8 декабря в Оренбурге ночью снег и до 16 градусов ниже нуля. Утром пасмурно и температура составит 22 градуса со знаком минус. Днем пасмурная погода и до 23 градусов ниже нуля. Вечером пасмурно, без осадков и отрицательная температура составит 27 градусов. Ветер юго-западный с переходом на западное направление. Атмосферное давление в норме. В Орске ночью снег и до минус 4. Утром пасмурно, небольшой снег и до 12 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра покажет минус 20. Вечером малооблачно и от 23 до 25 градусов со знаком минус. Ветер юго-западный с переходом на западное направление. Атмосферное давление в течение дня в норме.